Здравствуйте, сударыни и сударь. Ну какой россиянин без картофеля? Я такого даже представить себе не могу. И я не исключение. В этом году я посадила примерно 50 клубней картофеля. И 3 клубни я посадила по методу Гюллиха. Все было как положено, кроме полива. Полив был с неба. И поэтому нельзя считать, что эксперимент, ну, на 100% правильный. Можно будет проверить еще раз, когда будет вода. А в этом году вода у меня появилась. Выкопали картофель. Получилось 9 мешков, по 2 ведра в каждом. Какая-то снаружи картофель. Ну, это хороший. Вот надо отбирать. О, гнилушка. Ну, тут такое ощущение, эти тоже. Уже все. Надо съедать его. Да. Я не знаю, есть смысл оставлять. Но зато вон какой. О, ё-моё. Ну, оставить-то можно маленькие. Маленькие, но... Я все равно хотела их обработать. Ну, да. Да, да. Некоторые лунки дали больше 20 клубней вполне приличного размера. Куда складывать здесь? 3, 4. Вот прилично. 5 будет. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Тут еще. И вон. Что касается экспериментальных, вот по методу Гюллиха, то отрицательный результат. Никак не больше картофеля выросло в этих лунках, зато было полным-полно хруща. Не получился тот результат, о котором мечталось. Что я делала во время вегетации? Во-первых, клубни были обработаны табу. Поэтому колорадский жук появился только в самом-самом конце, буквально перед тем, как я обрезала ботву. Вы же знаете, за 10 дней до уборки урожая ботву обрезают. Каждую лунку я положила по таблетке глиокладина. И во время вегетации обрабатывала препаратом гомоир и аллерин. Фитофтороза практически не было. И только некоторые лунки, буквально 1-2, где попадались попорченные клубни. Но это, опять-таки, не застрахуешься абсолютно. Мало ли почему, может быть, эти сорта именно склонны к заболеванию фитофторозом. Итак, какой вывод можно сделать? В Калининградской области прекрасно растет картофель. И если мне не надо так много его, можно высаживать и поменьше. Я отложила семенную, обработала фитоспорином весь картофель, чтобы и хранение было спокойно. Ну и пока положили в летнем домике на полку, пусть отлеживается. На зиму можно будет положить в погреб бочку. Какие у вас есть вопросы, задавайте. Я рада быть вам полезной. Пишите комментарии, подписывайтесь и заходите на наш канал. До новой встречи!